Сегодня мы проводим турнир на призы СК «Гладиатор», который называется «Гладиаторы в клетке». Турнир у нас любительский. Выступают абсолютно все желающие возраста и весовые категории. Турнир этот является как бы отборочным турниром для дальнейшего нашего турнира «Гладиаторы в клетке», который мы будем проводить среди профессионалов. Участников ждет, ну, как минимум, признание публики, наслаждение от победы и лучших спортсменов, которые сегодня себя проявят. Мы даем им шанс подраться на нашем турнире, то бишь развиваться уже к профессиональному бойцу, к профессиональному спортсмену. Наш турнир заносится на Шердох. Молодые ребята выступают на наших любительских турнирах. В дальнейшем пробивают себе путь в профессионалы. Большинство это хорошие. То есть хорошие ребята, достойные, которые в дальнейшем будут продолжать свою спортивную деятельность. И не только в любителях, но и в профессионалах. Наша цель первоочередная, это, конечно же, забрать молодежь с улиц и привить им любовь к спорту. Почему именно этот спорт? Потому что я считаю, это, конечно, в первую очередь мужской спорт, настоящий спорт, спорт сильных, то есть смешанное единоборство, которое объединяет в себе наиболее обширную технику всех видов спортивных единоборств. I'm tired of lying. The only thing I understand is war.